Североказахстанский спортсмен Амир Закиров стал первым казахстанцем в истории, который выступит на Олимпийских играх в брейк-дансе. Квоту Амир завоевал по итогам выступления на отборочном турнире в Будапеште. Спортсмен дошел до финала, где показал второй результат, уступив бибою Ли из Нидерландов. Третье место завоевал Хонг Тен из Южной Кореи. По итогам двух этапов квалификационной серии Амир набрал 71 очко. В общем зачете казахстанский бибой занял 6-е место, что и позволило ему взять путевку. Брейкинг впервые попал в олимпийскую соревновательную программу. Таким образом, квота нашего земляка является исторической. Он станет первым казахстанцем, который представит страну на играх в этом виде спорта.